Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И после большого в этот раз перерыва мы снова с вами будем вместе. Я вам объясню, в чем дело, почему я так пропал. Проблемка в том, что я обнаружил, что при изготовлении мелких деталей на своей рыбе, когда я рыбу-то лепил, да, вот я вот этот гребень, наверное, часа три, на что обычно я полчаса тратил, а оказалось, у меня отсутствует так называемое периферийное зрение. Так, Собакин, ты балкон открыл? Спасибо тебе. Это, кстати, к тем, кто верит, что Европа замерзает. У меня в доме 23 градуса, я не топлю. На улице, по-моему, плюс 8. Мой красавец. Вот, и из-за этого периферийного зрения, оказывается, я не могу толком ездить на машине, потому что, ну, вот, фронтальное зрение, то есть лошадь, знаете, в шорах, вот ей, чтобы повернуться, надо всю голову поворачивать, так и я. Я поворачивал всю голову, вот, ну, а при лепке это как бы не совсем удобно, не совсем приятно. И мне пришлось обратиться за помощью к друзьям, вот у кого такие уже вещи были. Мне сказали, не волнуйся, все пройдет. Ну и вот подошел тот момент, когда я начал видеть по бокам, периферийное зрение открылось. Это, кстати, не зависит от очков, это что-то там внутри в голове. Что? Перестань. Вот этот. Рвется он, наверное, в экран. Петерсонистая морда. Вот. И тут, после того, когда это все, я уже был обрадовался, но оказалось, что мое кресло старое, оно начало вот делать так. Ты его поднимешь, да, немножко поработаешь, оно опускается. И мне потребовалось приобрести новое кресло, вот вы увидите, уже собрано. И теперь я полностью вооружен. Я опасен. Я буду завтра я уже начну продолжение своей картины, потому что я все равно закончу, как бы там ни было, хоть если у меня останется одна нога, я буду одну ногой заканчивать. Мне сестра, она, кстати, переехала в Болгарию, она мне написала целый там вот такой какой-то большой пост о том, что меня потеряли, меня ищет. Ну, с одной стороны, было, конечно, приятно, а с другой стороны, немножко тревожно. Ну, вы же знаете, я не привык выходить к вам в таком, скажем так, не очень хорошем настроении, да, я не привык свои проблемы на кого-то складывать, да, уши найти и грузить, а люди с заболеванием не обожают это делать. Они считают, что ничего нет важнее, что у него, где у него тут заболело, тут у него тут. Ерунда это все. Вот. Нужно не обращать внимания и не грузить других этими. Ну вот сейчас как раз то самое состояние, когда я могу с вами общаться уже нормально. Собака, ну что ты такой какой-то, ты он у меня неспокойный сегодня. Чего тебе надо? Сейчас, секундочку, ребят. Извините меня, но он что-то добивается тут. Что я не знаю. Чего он тут? Что-то где-то упало, и вкусно на его взгляд. Он пытается теперь это найти. Да? Перебиваешь только. Ну и вот. Короче говоря, я заодно, когда этот стул пришел, это кресло, да, я решил им похвастаться, а заодно рассказать, как я его собирал. Ну, это вот, из этого я сделал одно видео, а я его сейчас соберу, а для вас завтра я буду продолжать делать свою рыбину.
Я не думаю, что я ее закончу завтра, но, во всяком случае, частью я уже его продолжу. Окей? Ну, хорошо. В общем, все договорились. Так будем делать. И остаемся на связи. А, кстати, мне что-то подсказали, что у меня где-то, говорят, там на канале какие-то драчки начались, собачки, ну, без хозяина. Канал остался, народ дуреет. Вот, я это делаю, я вам сразу говорю, что это не люблю, я это буду пресекать. Хорошо? Ну, все. Теперь смотрите, как я это собирал, кресло, и порадуйтесь за меня, что у меня теперь есть такое хорошее, замечательное. Гейминг Зессель. До встречи, до следующей. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, вот с этой штуки. Ну, выглядит вроде как солидно. Надеюсь, не развалится, как на моем прежнем кресле. Два колеса устали. Так, хорошо. Посмотрим. Что тут мне советовать? Сначала эти колесики, механизм. Механизм. Так. И ионы. Собак, уйди, ты мешаешь съемке. Уйди. Угу, есть. Теперь механизм надо привинтить.
маленький прикреплять. Так, это у нас... Как разобрать, где право, где лево. Что-то оно тут не написано. Возьмем как положено, эту сторону сюда. Так, хорошо. А теперь. Так, вот такую штуку, вот такую, буду я сейчас прилепить вот сюда. Я понимаю, так, вот здесь она должна быть. Здесь бы не перепутать, они одинаковые, заразы. Шурупчики, болтики. Да что ж там, неудобно. Пока не затягиваем особо, вдруг все-таки что-то не так. Еще два болта. И вот сюда, да?
сверсток с двумя с такими ручками. Я так понимаю, надо к этой прикручивать. Так. Угу. Смотрим, что там в инструкции нам говорят. Я нам так. Ну, говорят так, что если мы это прикрутили, то еще какую-то заглушечку с той, с другой стороны. А то губка, да? Когда мы убедились, что все правильно, мы это дело теперь затянем капитальненько. Я понимаю, что накладки мы можем потом все сделать. Так, главное, что разворачиваем и вот эти пришпандориваем. Thank you.
Попали. Так, это сюда. Этот вот сюда. Так, тут я смотрю механизм вот этот, должно быть. Я пока накладки не приделываю, будет серьезные вещи есть. Ну-ка. Фронт, тут вот фронт, видите, сюда, так, а здесь что? Скорее всего, подлокотники. Так, ну, хотя какой здесь? Фронт. Вперед, это назад. К сожалению, не видно, да? Да ладно. Потом покажу, значит. Да и все. Вот, надеюсь, теперь видно, да? Тут сложного-то, в общем-то, ничего нет. Ладно, только лево-право не перепутать, и все. Это все потом все равно подтягивать придется. Ну и остались, в общем-то, чтобы испривинчивать эту. Вот это вот странная такая штука. Что-то типа вот того. Да? Не знаю, куда ее. Должна прикручиваться. С этой пока непонятной штукой. А
Я инструкции вроде как нет. А, это запасная, мне кажется. Она вот здесь, это поломается, да? Запасная штука. Оно. Есть. Вот и прикручено. Так, теперь можно и... Сначала должно идти, думаю, что левая и правая две. Надо разбираться, ребята. Смотреть хорошенько инструкцию. Так, ну эту щечку вот сюда прикрепили. Хорошенько подтянули, чтобы она не шевелилась. Вот так. И закрыли. Специально пимпочка есть. Так. Ну, теперь должна быть к ней еще, наверное, такая штукенция. Есть. Плохо наблюдать. Угу. Так. А ничего радно. Сдаются, они разные. Да. Они разные. А это вот сюда. Так. Вот это здесь должно получиться. Довольно-таки. Значит, вот нельзя перепутать, они разные. Вот так вот. Так. И опять же пимпочку. Сюда вот это вот. Раз. И закрыли. Не хочется. Так вот оденется. Вот. Это готово. Теперь вот это сюда, да? Два небольших болтика, это для этих крышек. Где? Thank you.
Это немножко трудновато. Не видно, потому что. Чувство с этим я положу сейчас. Вот этот рычажок. И можно валяться. То есть мы с моим сыночком все заделали. Это можно убрать. Ну, что вы такое? Так, ну что ж, ребята, мы справились. До следующего видео.